Человек несовершенен, и ему свойственно ошибаться. Иногда жизненные ошибки оборачиваются конфликтом с законом. Совершивший преступление человек должен понести наказание за свои действия. Но если преступление не является тяжким, обязательно ли человека лишать свободы? Новый закон о пробации, вступающий в силу с 2019 года, дает шанс оступившемуся человеку исправиться, оставаясь на свободе. По решению суда он может стать клиентом службы пробации. Служба пробации, осуществляя надзор за осужденным человеком, с помощью психологов и социальных работников поможет такому человеку реабилитироваться, примириться с потерпевшими и снова начать вести законопослушный образ жизни. Больше узнать о пробации вы можете на сайте probation.kg. Не хочешь остаться в стороне? Стань волонтером пробации. Это твой шанс помочь людям.